Здорово, шофера! Мы продолжаем играть в OMSI Bus Simulator 2. И в этом видео мы прокатимся по Омнинску по многочисленным просьбам на МАЗе 203. Собственно говоря, небольшой обзорчик делать нет смысла, потому что ничего нету. Вот как бы я тычу, да, тычу, да, как бы, и ничего мы как бы открыть особо такие и не можем. Неплохая такая раскрасочка с Ине, вот такой он, вот такой вот желтенький, честно, по качеству говнище еще то редкостное, но как автобус, в принципе, он ездит и играть на нем можно. Что ж, давайте переходить в салон и смотреть, что у нас там есть внутри. Собственно, мы в салоне. Ну, что могу сказать? Да ничего не могу сказать. В принципе, автобус как автобус. Запечка никакая вообще. Что с внешки, что в салоне. Ну, в принципе. Но играбельно на самом деле. На самом деле играбельно. Проверять. Что проверять? Форточка открывается как-то. Да, открывается. И ладно, динамики есть. В принципе, что по люкам, давай, где тут люк есть у нас, давай проверим. Ну да, работает. В принципе, что ж ему не работать-то? Дальше по камерам, что у нас тут получается. Ну да, текстуры, конечно, серые, такие, как будто их вообще нету. Это, знаешь, как белые текстуры, не прогрузившиеся. В принципе, по кликам я ничего больше здесь не могу найти. Пацаны, кто шарит, пишем в комменты, что вы там нашли, не нашли, какие-нибудь кнопки там, вон. Не, ничего, не кликабельно, да? Что ж, переходим за руль автобуса и смотреть, что у нас там. Так, друзья, мы за рулем. Давайте закроем дверку. Ага, смотри, а наша дверь закрывается вот, наверное, так. И это при том, что, да, питания нет. Питания нет, как видите, ключик у меня не вставлен. Ну, давайте вставим ключ. Этот Мазай получается 2014 года, я точную модель не помню, их там целый пак, в общем, по ссылочке в описании вы сможете скачать. Там этих Мазов, вот реально, кто как бы шарит в моделях, их там до кучи, но различия в чем, как бы, хер его знает, в минимализме абсолютном. Ну да ладно, это все как бы реализм. Что здесь, собственно говоря, сказать? Форточку давай проверим. Проверена форточка. Так, здесь у нас часы, мы их сейчас включим. Не часы, точнее, показывает температуру, термометр. Так, ручник сразу снимем. Как бы, ну, в целом, вибаста, да, да. В целом, все кликабельно, все работает. И автобус, я считаю так, он для того, чтобы вот научиться играть в OMSI, он максимально прост. Здесь кнопок минимальное количество, и при этом он функционирует и ездит как бы к модели, да, у меня вопросы есть. Ну, честно вам скажу, честно, откровенно говоря, я не люблю Мазы, тем более 203, 206, это вот, я ненавижу их, честное слово, что в жизни, что в игре. Вот если было качество какое-то, да, разговор другой. Ну ладно, не будем занимать хронометраж видео, и перейдем у нас, потыкаем по кнопочкам. А что тыкать-то, собственно, все понятно, все нарисовано. Все для людей, сейчас подкачиваем воздух, 6 утра у нас на часах, поедем по 106 маршруту, на этой карте это один из таких, ну, более оптимизированных и играбельных маршрутов, потому что остальные на Омнинске просто не работают. Как у нас вот эту тему запустить, я честно вообще не знаю, у меня она никак не запускается. Когда я габариты, о, нормально. Нормально светит, ну даже вот как бы свет есть, то есть модель в принципе функционирует. Как бы я не обзорщик и особо что тут проверять. Все, все, все робит.
Вон, я даже туманки смог включить, нифига себе. Впрочем, говоря, будем переходить к рейсу. В основе я вам все показал. Так, народ уже стоит, у нас автомат сегодня. Сегодня все максимально просто. Стартуем потихонечку. Народ уже стоит. Народу до кучи, но у нас, в принципе, автобус, не сказать, что он большой, но и не маленький, в отличие от 206 модели. Ну, конечно, вот как садишься за руль, так сразу хочется свои слова забрать назад, потому что ощущения уже совершенно другие становятся сразу. И даже, блин, играя на любом автобусе в Омсе, на руле ты будешь вообще ощущать другие какие-то эмоции, не знаю, у меня лично всегда так. Я сегодня без оплаты, потому что здесь как бы деньги падают вот сюда на воздух. И народ, вон видите, тут паскот, наверное, неправильно настроен. Народ, видите, как бы проходит зачем-то в эти двери. Ну давайте я их просто-напросто открывать не буду, передние, потому что в жизни как бы особо их не открывают водятлы. Так, ну собственно можно стартовать, но я хочу посмотреть. Так, сейчас еще текстурки. Вот это мне на Умнинске нравится. Так, в целом, карту я не особо этого как-то уважаю за ее оптимизацию. Ну, в принципе, да, в жизни как бы так и делается. Автобус на белорусских номерах. Я вообще слышал такую тему, что карта Омнинска — это карта Беларуси. Так, знаете, что надо? Вот это нажать. Это как типа стопор. Когда двери открываешь, чтобы автобус у тебя с открытыми дверями не уехал, и никто не выпал, и тебя срока нафиг не накинули. Чтобы потом не играть в симулятор тюрьмы, как бы, ребята, сразу вот эту кнопочку раз, чик, и все, все нормально сразу. По оптимизации конкретно автобуса, ну, особо он ничего не ждет. Текстурки здесь такие простенькие. Конечно, я порылся, отрыл группу ВКонтакте, где ребята, значит, занимаются паком мазов, насколько я понял. Но, конечно же, не все так просто. Моделечки эти получаются платные. Но ссылочку я все равно оставлю, мне как бы что, не жалко. По звукам в целом ничего, вполне себе ничего. В принципе, если, ну как бы, что тут перерабатывать, надо уж, если делать масс, надо делать его с нуля. Поставил я сегодня такое утро, немножко туманчика, чтобы по оптимизированию как-то было больше FPS. А лично у меня это так работает. У вас, может быть, наоборот, туман будет поджирать. Блин, ну тут, конечно, настроено так, что пассажиры начинают лезть на дорогу. Так, нейтраль, конечно, само собой. Посмотрим, будут они эту в переднюю дверь проходить. Да, все равно проходят, без разницы, можно открывать. Так, а нам нужно будет направо уйти. Так, все, закрываем. Автоматом она что-то не срабатывает. Надо вывести ее куда-нибудь себе на какие-нибудь кнопки отдельные сделать. Так, здесь нам надо... Вот, сейчас я так встречку чуть-чуть возьму. Посигналим на всякий. Потому что там плохо проходишь. Не показалось, или в доме свет включился? Ага, это прогружается просто, понятно. Ну ладно, ничего страшного. А здесь что-то темно стало, смотри-ка. По остановкам у нас, ну, как бы вот, ни много ни мало. По большей части у нас, ну, наверное, все-таки городской в основном. Смотрите, как бы асфальт. Тут немножко как бы и деревня, то ли город. Это, наверное, ну, полупригород какой-то, что-то такое, бетонка. Что-то такое. Народу очень много, но 6 утра все на работу. Почему вот они вечно выходят на асфальт? Вот, блин. Ребята, кто карты делает? Вдруг меня кто-то смотрит из картоделов.
Не делайте так, поправьте это. Что за бред? Мне приходится останавливаться посреди кармана, и трафик он не может пройти. Даже смотрите, наклеечки, штраф. Я не замечал. Ну, может, в разных моделях по-разному. Я тут рандомно просто как бы закидывал модельки на в игру. Так, без опоздания идем, все хорошо. А вот сейчас, смотрите, она сама отключилась, эта кнопочка. Если видите. Ой, у меня мышь улетела. Так что, если Омнинск это Беларусь, то получается МАЗ на родине. Так, в принципе. Из МАЗов мне нравится вот 103-я моделька была у меня видео на ней. Сейчас по аннотации можете пройти посмотреть. По Новосибирску мы там катались. Не, все-таки у нас какой-то полупригород получается. Вот та моделька реально качественная, и я бы на ней... Может быть, еще разок покатался. Кстати, шторку мы не проверили. Ну, такая обычная, стандартная. Блин, теперь не поймать из-за кочек. Сейчас мы ее. Опа! Нормально. Да, реально, вот играешь на клаве, я когда как бы тестирую там маршрут или автобус, я там на клаве, на мышке катаю, но за руль садишься, вообще другие ощущения сразу. Даже я бы не знаю, на повозку бы сел. Лишь бы за рулем. Так, в целом, просили у меня МАЗы поснимать. Вот снимаю. Все для вас, ребята. Все для вас. Ну и, наверное, все-таки с Омнинском мы уже распрощаемся, потому что, взяв какой-либо другой маршрут, у меня просто падает, просто FPS падает, и все, автобус начинает трясти, колбасить. Я как бы уже, ну все, у меня бомбит с этого, я не хочу. Нафиг мне это надо. Заправка, кстати. У нас вроде солярка есть. Так что, вероятнее всего, Омнинска на канале вы более не увидите. И, кстати, говорят, вот МАЗы 203-ю модельку закупали в страны, в Польшу и в Германию. Правда это или нет? Но, вероятнее всего, правда. Звуки поворотников, ничего, такие нормальные, хоть и пищалки. Автостанция. Так, тормозимся. На этом автобусе, кстати, нормально все с тормозами. А с Икарусом почему-то вот... Водил, где обогрев? Обогрев? Чё, замерзли, ребята? Вы чего? Чё молчите? Это 14 градусов. Сейчас сделаем, не вопрос. Так, обогрев. Я включал, я грел автобус-то как-то. Подожди, сейчас мы вебасту выкрутим. Ну, вот так примерно. Что-то не дует нифига, да? А, вот он как включается. Блин, а я же помню, что он у меня работал. Я же помню, блин, включил его, он работал. Так, ну вроде все, это свет. Точно. А, ну вот. Блин, а мне теперь начинает нравиться этот автобус. Ой, прогрузка. Так, все, все сели. Времечко. Блин, классно, что время тут есть. Все есть. 26 минут, нифига себе. Мы чё вообще? Все нормально у нас. Все, поехали. Ой, педали уезжают. Ай, забыл. Двери, что ли, не закрыл? Видите, да, он не даст тебе ехать, пока двери открыты. А то бы дети вон выпали, и все. Симулятор тюрьмы. Так, а, ну да. Направо. Камерка, кстати, удобная достаточно. Как бы вот, смотрите, я раз поворачиваю свой трекер и смотрю. Еще наклейку, кстати, заметил. Все, прошли. Так, направо, на Омнинск.
Ну, конечно, весь день слушать эти поворотники, драные заколебешься. Уши устанут. Вот так, кстати, минимализм прям такой вообще. Даже если, наверное, колхозы накинуть, все равно покажется... Так, мышка, уйди. Покажется скучно как-то. Ну, блин, если кто-нибудь займется мазами вот прям с нуля вообще, вот сделает 203 с нуля. Типа, я покатаюсь. 206 не хочу вообще ни в каком его проявлении. Потому что вот у нас на линию встали автобусы за место газелек. Был маршрут у нас, пятый маршрут. Пятерочка. Там были газельки, были пазики. И, кстати, довольно часто ходили. И всегда как бы, ну, полноты особой не было. А сейчас поставили вот эти 206 мазы. И все, жопа, короче. Они набиваются, как банка консервная. В них жарко летом, зимой в них... Ну, не холодно вроде, не жарко, ну так. Не круто, короче. И если ты выше садишься, там сзади как Альпы получается. Горы вот эти вонючие, блин. Лестница. Ты садишься, ну ладно, ты башкой в потолок упираешься, это не страшно. Но ты не видишь, где ты едешь. Вот ты видишь в стекло только бордюр этот драный, блин. Так, чё там, еще не закрылись двери, подожди. Да закрой ты. Так, видишь, она... Опа. Звук отключения поворотника мне вообще нравится. О, тут мы опаздываем. Сейчас притопим, пацаны. Правда, FPS упадет. Ну, такой вот он... Я педальку в пол сейчас выжал, он все равно плавно разгоняется. Ну, блин... Вот этим он меня, конечно, берет своей плавностью такой. Санаторий Октябрьский. Мы еще опаздываем, да, мы еще опаздываем, но сейчас притопим, постараемся. Короче говоря, да, вот хочешь научиться играть в Омсе, вот ребята мне бывает пишут в личку, как бы, а как вот это там, как вот то, где-то бывает гайд скину, где-то там подскажу, что. В общем, ребята еще есть те, кто учатся играть в Омсе. Так что вот рекомендую вам мазы. Вот просто маз берете и все. Он очень прост. Памятник. Кнопочки все нарисованы, что за что отвечает. Это, блин, стопор дверей так называемый. Как бы раз отжал, все. У тебя бывает, тупишь, автобус не едет, не понимаешь почему. А там раз у тебя стопор, оказывается, дверей включен. Печки здесь все нарисовано, свет нарисовано. Все как бы все подсказано, максимально все просто. А вот крутилочка еще, смотри, ну-ка. А пошло тепло-то или нет? Он вообще показывает температуру? Да, 23 градуса, нифига, вообще печка, смотри, задолбила как. Балдеть, нет, пацаны, надо все выключать, короче, это. Так, ой-ой-ой, прогрузки. Так, где у нас тут? Вибас тут. Шух. Выключаем, все нормально, прогрели. Так, погрузочка была, ничего страшного, вырежем. Так, выходящие есть, входящие есть. Хорошо, на каждой остановке народ, смотри, блин, вот это в Омнинске, конечно, народу много. Ну да, я еще и утро поставил. Ой, не все вышли, да? А, это зашел он, точно. Ну, короче, мы не нагнали, да? Нет, чуть-чуть нагнали. Так, отжимаем. Трафик здесь смешанный. Какой-то... Не помню, я прописывал сюда или нет. Наверное, не прописывал, хотя... Черт его знает. Так, нам там все равно... А, нам налево. Здесь две полосы, кстати. По крайней мере, трафик в две выстраивается. Опа, зеленый попали, ништячок.
Разместились, все, окей. Пасы, кстати, прописаны, значит, это я прописывал что-то сюда, и трафик, скорее всего, я прописал. Но здесь уже начались просадки, в городе здесь лютые просадки, видать, какие-то модельки нагружены, полигонов много. Вообще, не знаю, кто-то занимается Омнинском, нет, навряд ли, конечно, кто-то занимается, мясокомбинат, где-то уже мы должны подъезжать. Так-то в целом город-то, ну, неплох. Конечно, не айс, но ощущается город все равно, пусть тут вон и дефолтные модельки. Не на русском, он написан на немецком, на английском, но... В целом-то ведь потанцевал, потенциал, потанцевал-то был, есть. Чё у меня? А, ну да. Логично. Рассвело, кстати, за 30 минут. Прям вообще светло стало. Ну, с летом прям очень зелено. Но модов, наверное, нету на какую-то такую, типа, весну. Вот здесь, смотрите, проехали какой-то объект тяжелый, сразу полегче стало. ППС. А, так это вибрация. Я думал, что это за звук? Давай-ка я закрою переднюю. А, никого, да? А это вибрация у него. Это же масс, точно. Они же вибрируют еще по-лютому. Ну да. Нормально, кстати. Я не помню цену там этим автобусам приватным, платным. Как-то, по-моему, не особо дорого там стоят. Но опять же, надо изучать, смотреть по скринам, лучше там, не лучше, может, нет смысла платить. Я какие-то переделки нашел, скачал, переделок никаких не увидел, изменений не увидел, как бы, и... Удалил, по новой закинул пак этот. А к чё, есть выходящие там? Ну да, вроде. Ничего, никто не выходит. Колпак. А откуда колпак взялся? Нифига, где-то я колпак натыкал. А, понятно. Нифига себе, не замечал. Может, переднюю открыть? Кстати, не сработало. Этот ролл бленд, чи как он называется. Ну, такой с внешки. Ну, не знаю, пацаны, блин, но... Ну не айс, ну честно сказать. Ни запечки, ничего, вон какие-то вон все пожеванное, пожухлое такое. Ушатанное. Вон солярий сзади нас догнал. Ох, нифига себе. Просадило. А это Мерс, да? Нет, тоже Солярова. Да-да-да, нифига тут солярисы летают. Обалдеть. Ну, навряд ли я прописывал их сюда. Что, есть тут кто, нет? Я чё, не туда поехал, что ли? Блин, я походу пролюбил поворот. Я смотрю, что-то не то. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так, КамАЗ поаккуратнее. Нет, 106. Западня. А, так это просто не наши остановки наверх. Хотя, чё за бред? Нет. Не-не-не, подожди. Так, выходите. Просто мы, походу, на этих остановках людей не берем, но высаживаем. Так, фургончик, давай пролетай по Бырику. А мы сейчас сюда залетим.
Не, я здесь ехал вроде. Блин, за трафик и FPS вообще никакой. Блядские бордюры. Река Нижняя. Я реально забыл, ехал я здесь или нет. А, даже туманчик видно, кстати. Мне кажется, что ты не прижимаешься, но на самом деле ты прижимаешься. Так. Да вроде как все правильно едем. Черт его знает. Что за дела? Ну, что за безобразие? А я зачем вижу, они тормозят как сумасшедшие. Вообще там нафиг надо закрыться от них, чтобы их не слышать. Ой, руль поставь обратно. Не снимай руль на ходу, нельзя так. Нейтралочка. Нейтрал очка. Что хоть показывает? 12 вольт. Пробег. Топливо. А он не переключается, да? Никак. А, нет, О, нормально. Ну, он тут давление показывает. 6,8 км. Сбросить нельзя, да? А, вот да, можно сбросить. Типа километраж может пока. Ну, нормально, кстати, бортач рабочий. Сейчас прогрузится тут просто. Как обычно ведь. Фабрика, нет, все нормально, мы идем, все четко. Просто я маршрут в ту сторону катал, с вокзала в Алексеев. В Алексеевская, Алексеева, как у нас это называется-то? Еще посмотрим. Алексеево, ну вот. Детская одежда, молодежная одежда из Турции. Реклама, как, кстати, в 2000-х годах. Такая висела, сейчас уже. Но у нас в городе, по крайней мере, давно такой не видел, чтобы над дорогой вот эта хрень висела. Так, бордюрчик подцепляли, давай правого ряда возьмем. Ну-ка, что у нас тут налево, да? Вижу уже, что там три цифры, сейчас мы перестроимся. Да, вот, все, теперь я помню вот это место. Значит, все нормально, мы идем. А, светофор не работает. Понятно. Так, успеем, короче. Че, вот прям вот сюда надо, что ли? А, да-да-да-да-да, все точно. Не понял. Осуждаю. Не одобряю. А знаете что? В ту сторону другая дорога идет. Разве не так? По-моему, все так. Акцент гратия будущего. Ну, допустим. Кстати, у нас на автобусе актуальная реклама медлаборатории. Более 400 видов анализов, там, комплексов. Как раз в наше непростое время нужная вещь.
Сзади уже за нами какой-то лязик увязался. Догнал нас, короче говоря. Мы, кстати, с опозданием идем, походу, с лютым опозданием даже. Да, на 4 минуты. Ну а чё, я не топил особо, блин. У нас даже автобус догнал. Это тоже, наверное, 106. Нет, это пятерочка. Народ повыходил. Ладно. Ну, подумаешь, лишат премии. Что поделать? Тем более все красные наши сегодня. Так что деваться уже некуда. Далеко он, конечно, стоит. Отставание 5 минут. Японский городовой. Что-то вообще печально. А, можно код задавать. Нормально, кстати. А вернуться обратно не нельзя. Можно. Блин, нельзя вам все резко ничего делать. Иначе вот такая тема начинается. Начинаются прогрузки. Даже микрофон есть. Я, кстати, нашел какой-то информатор на Омнинск, но он не работает с автобусами, у которых нету встроенного информатора. Вот здесь его нету. Нету папочки такой, куда нужно их закидывать. Так, прогрузилось. Свет, конечно, хреновенький в этой игре, откровенно говоря. Как бы народу много, и из-за этого мы, да, опаздываем. Как все хорошо, что еще... У нас нету оплаты, блин, так бы вообще тут пол жизни стояли. Да плюс еще на красные попали. Фига он оборотов крутит. Не, если бы мы ехали на ручки, мы бы догнались быстрее. Цирк. Ну да, самый настоящий цирк. А так, блин, видишь, на каждой остановке кто-то входит, выходит. Ну, вроде здесь никого нету. Надо было пролетать. Ну, видишь, я еще в зеркало плохо вижу. Есть там кто, нет там кто. Кстати, поворотники не работают. А, нет, работают. Ну, такие тусклые, говно, короче, здесь вообще. Текстуры снежки вообще параша. Все наши красные, реально все. Мы так никогда не догоним уже. Ладно, мы сейчас это... А, на красный поехали, вообще нормальные, да? Нормальные вообще, да. И... Тут вообще какой-то рассинхрон. Давай загорайся, я так специально ползу по чуть-чуть. Не, ну в реале они вот так и ездят, кстати, летают вообще как дикие. Конечка. Собственно говоря, наш рейсик подходит к концу. Я ожидал худшего, но получилось более-менее. Получилось более-менее. Я думал, буду бомбить, но нет, руль все скрасило. Че, куда нам, бляха, хера, увидишь еще? Налево, блин, придется назад сдавать. В принципе, ладно, людей все равно нету. Мы на конечку пустые приехали. В целом, вывод какой? С внешки говно, покраска нормальная. В принципе, с желтым, с зеленым цветом он более-менее смотрится, в остальных просто дно. По салону, сами видите, блин, белый цвет тут вообще хер пойми вписывается, чи не вписывается. А я знаю, что я вот так вот сейчас зарулю, короче. В целом, по... О, вот здесь все.
просела, короче. В целом, по ходовой, как бы, да, как он едет, это все, конечно, кайф. За это, безусловно, плюс. Блин, вообще просела. О, жесть. В общем говоря, спасибо всем за просмотр. Вступайте в группу ВКонтакте. Не забываем про лайки, подписочку. Задавайте свои вопросы. Всем огромнейшей удачи. Всем счастливо и покеда.